А пуховики носить уже поздно. А легкие куртки и плащ еще очень рано, то на помощь приходят стеганые куртки. Это актуальный тренд сезона, который покорил сердца и модников, и дизайнеров. Сегодня такая куртка Луиза от бренда Pre-Woman становится специальным предложением дня. Это выглядит стильно, весит очень мало, это комфортно и практично. В минус 10 нам не холодно, а в плюс 10 нам не жарко. Выпускница Парижской школы стиля, Академии имиджа европейской Мария Никулина нам расскажет, насколько такие куртки сейчас актуальны и популярны. Такие куртки сейчас на самом деле популярны, такие куртки у нас вне времени. Здесь у нас с вами английская стежка, причем оптимального размера, который будет работать настроенность вашего образа. У нас куртка щедро декорирована деталями. Посмотрите, красивая молния, причем молния, которая расположена немножечко асимметрично от центра, также делает наш образ более эффектным, работает настроенность. Такие же молнии у нас еще и на карманах располагаются, также делают наш образ более интересным. Мне очень нравятся манжеты. Посмотрите, трикотажные манжеты, которые плотно прилегают к телу, дарят приятное ощущение тактильным, потому что в составе есть хлопок. Ну, конечно, микс двух разных фактур также делает данную куртку настоящей дизайнерской вещью, которая выгодно дополнит ваш гардероб. Эту куртку мы с вами носим уже сейчас, продолжаем носить ее весной, потому что в минус 10 мне не холодно, но и в плюс 10 будет чувствовать себя комфортно, потому что за счет того высокотехнологичного синтепона, который у нас с вами внутри, вам даже в помещении в данной куртке жарко не будет. Потрясающе отводит влагу и удерживает тепло вашего тела. Давайте посмотрим по цветам. В моих руках сейчас цвет, который называется фиолетовый. Далее у нас есть... Да, мне очень нравится вот этот фиолетовый оттенок, Маш, 2022 года. Причем вот такой сатиновый блеск, здесь еще присутствует, делает куртку еще более интересной. Дальше цвет хаки, также с сатиновым блеском. Обычно я выбираю такой, но вот решила куртку обновить, цвет хаки, решила поменять на что-нибудь новенькое. Зеленый цвет, посмотрите, и Машенька, ты заметила, да, что он более здесь матовый? Здесь у нас матовая фактура, здесь нет сатинового блеска, то есть здесь такой более консервативный вариант в плане цвета. Да, шоколадный оттенок, очень нежный, посмотрите, какой сдержанный, благородный. Я для себя выбираю самый яркий, пожалуй, самый энергичный цвет нашей куртки, красный. Посмотрите, мне очень нравится, вот когда не хватает энергии изнутри, да, красный это идеальный вариант. А ты, Машенька, для себя выбираешь джинсовый вариант цвета. Мне тоже нравятся вот эти оттенки синего и голубой у лица, да? А голубой у лица у нас подкладка в тон основному цвету нашей куртки. Плюс вот это, конечно, монохромность делает нашу куртку еще более эстетичной, да, еще более красивой, еще более эффектной, еще более дорого выглядящей. Потому что, вот, конечно, это всегда работает на статус нашего образа. С брендом Pre-Woman телеканал Shop & Show сотрудничает уже 3 года, уже более 3 лет. Почти 190 тысяч телезрительниц отдают предпочтение бренду, делая свои заказы. 12 тысяч решили сделать покупкой от бренда Pre-Woman именно первый свой заказ на телеканале Shop & Show. Мы поздравляем всех, кто сегодня вот такую новинку забирает в свой гардероб по специальной цене только сегодняшнего дня. Нам присылают отзывы наши телезрительницы Софья Львовна из города Москва. Пишет: обожаю бренд Pre-Woman, стильная, яркая и недорогая одежда, это действительно так. Вещи идеально садятся на мой 56 размер. Большое спасибо за качественные и модные вещи. Спасибо, Софья Львовна, про отзыв, но давайте подберем вам размер, чтобы еще и сидела наша куртка идеально на любой фигуре. Машунь, от 48 до 66 размера размерная линейка. На что ориентируемся, подбирая куртку сегодня? Мы ориентируемся по размеру своих плечевых изделий. Если вы рубашки, куртки носите, например, в 54-м, то и куртку Луиза сегодня забираете для себя в 54-м размере. Света выбрала для себя свой 50-й размер куртки. Анечка выбрала 52-й размер куртки, как раз для того, чтобы продемонстрировать вам вот этот вот размер в размер. Мы берем четко, здесь нет никаких плюс-минус, все четко в размер. Прямой крой построится под любую фигуру, плюс оставит еще место, чтобы вы могли под данную куртку подеть какой-то плотный свитер, худи, свитшот, да. Ну и, конечно,
конечно, весной вы сможете носить на рубашку, блузу, данную куртку, чувствуете себя при этом тоже комфортно. Слушайте, у нас куртка Луиза, это не только специальное предложение сегодняшнего дня, она сегодня еще и участвует в акции «Лестница скидок», потому что на телеканале Shop & Show мы сегодня с вами еще дополнительно экономим. Итак, делая заказ по лестнице скидок на 3990 рублей, вы сегодня получаете дополнительную скидку в 10%, а значит, цена куртки будет уже на 399 рублей меньше, это выгодно. Если вы делаете заказ на сумму 5999 99, то скидка ваша уже составит 15%. Ну и заказ на сумму 7999, это уже скидка в 20%, плюс те скидки, которые вы видите на своих экранах. Слушай, Машенька, ну у меня все подруги без исключения носят куртки, но очень многие жалуются, знаешь, на что? Что в куртке они выглядят обычно, скучновато и даже, такое слово, пресно. А, я понимаю, о чем ты говоришь, а на самом деле в данной куртке такого эффекта не будет, потому что у нас с вами здесь стежка эффектно выглядит. У нас фактура самой ткани с таким сатиновым блеском, что делает куртку уже более интересной. Ну, конечно, декор, который сразу обращает в себя внимание, это и молнии, это и капюшон. Причем, посмотрите, если мы застегнем нашу куртку полностью, у нас получится такой эффект запаха, такой воротник-апаш. Мы с вами сделали воротник-стойку, который защитит нас с вами от холодной погоды, от пронизывающего ветра. Сможете также потом расстегнуть, например, и носить вот в таком полурастегнутом состоянии, при этом уже совершенно другой образ. Здесь можно играть образами, создавать разное настроение. У нас с вами капюшон достаточно вместительный. Свет, давай я на тебя его сейчас надену. Посмотрите, вместительный, легкий. Убережет вашу голову, уши от пронизывающего ветра, от непогоды, что сейчас в межсезонье будет случаться чуть ли не каждый день. Резкие перепады температуры. Ну, конечно, ваш прекрасный макияж тоже останется на месте, останется сохранен. Да, модная и стильная куртка, очень необычная по фасону. И минус 10% дополнительно по нашей лестнице скидок к специальной цене сегодняшнего дня. Слушай, моя куртка промокает. Здесь как будет? У нас куртка пропитана еще на производстве водоотталкивающим составом с силиконом, поэтому будет отталкивать и влагу, и грязь, и даже мокрый снег, который сейчас будет часто случаться с нами каждый день. Поэтому не беспокойтесь о том, что куртка запачкается, будет выглядеть всегда прекрасно. Да, какие расцветки-то у нас сегодня. И яркий есть фиолетовый цвет, зеленый цвет. Я для себя выбираю красный. Есть спокойный оттенок шоколады на нашей Светлане, джинсовый на нашей Машеньке, и наша Анечка выбирает цвет хаки. Выбирайте для себя куртку от Луиза, от бренда Pre-Woman. Будьте яркими этой весной, заботьтесь о своем здоровье и получайте дополнительную скидку 10% по лестнице скидок. Цена 3999, минус 10%.